Ух, веселые были выходные. Хорошо, что я вернулся в Техас. Интересно, что мы будем снимать сегодня. Давайте посмотрим, что там у нас. Команда Брэндона заставляет его смотреть проклятые изображения оружия. Как дела, мои ненаглядные мамки на ютуберы? Да, да, снова настало это время. Вам, парни, очень нравится собирать изображения проклятых пушек по всему интернету и заставлять меня обсуждать их. Ну, никто меня не заставляет на самом деле, просто такие видео набирают просмотры, поэтому они стоят пару лет моей жизни, да? Да? Сегодня у нас есть несколько прикольных изображений, включая те, которые стали почти вирусными. Вы прислали их очень много, поэтому да, поговорим и о них. Погнали. So что у нас здесь для начала? Okay, so ну, это может быть и настоящее фото. Uh, Я думаю, что это попытка really сделать cool. ночное видение. Не помню, это, это из, из Финляндии, Финляндии или из России. Из России. Все вы парни со своими Gucci геймерскими AR с лазерным прицелом PQ15 и ночным видением, а это предок всего этого, это то, с чего все это начиналось. Этот приклад как-то забавно выглядит со всем этим, хотя я думаю, это было необходимо для того, чтобы было легче целиться. Выглядит очень странно, честно говоря, но это большой прорыв по сравнению с советским ночным видением, которое выглядело примерно так. Это такая шутка, наверное. Это все история. В интернете есть изображения и похуже. Давайте найдем что-нибудь. Ну да, например такое. Да, современное искусство очень странное. Я вообще-то не думал включать эту фотку, пока не увидел Описание, которое здесь как вишенка на торте. Иисус берет на себя отдачу. Также я хочу по-быстрому подчеркнуть всю иронию того, что тут сделали изображение Иисуса, распятого на Израильском УЗИ. Да, быстро объяснил. Давайте дальше. Да, этот гладкоствольный пистолет из гетто, и скорее всего он не работает. Мы отправили такое много раз. Я бы не включил это, если бы не надпись. Можно приблизить, прямо на основании. Кто-то захотел написать Десер Игл. А, Десер. Дезерт Игл, а Десер. А также спереди написано 50. Я думаю... А, нет, там, стоп. Там Те... на Е, мне просто кажется. Да, там десерт, так и написано, Desert Eagle. И, такое ощущение, что пуха такая э, игрушечная для постреляшек э, пацанов. Ну да. <клёх> а, вообще, я бы сказал, что именно эта пуха называется десерия Е. Агли. Вот именно так, десерия Е. Агли. И, <клёх> похоже на поделие э, русских школьников, да? Да. Да любых школьников на самом деле. Ну вы поняли, калибр. Правда, точка стоит с другой стороны. <свист> <свист> Поэтому я должен признать, что здесь применяется 50-дюймовая пуля. <свист> Еще мне нравится <свист> то, что они <свист> потрудились поставить мушку, но при этом не поставили целик. Ну, примерно так попадает. Он бы неплохо себе показал Fallout 4. Ни хрена себе магазин. Также спасибо за фотку ступней. Без этого фотопушек в Reddit не могут существовать. Даю 10% на то, что это хоть как-то работает. Офигеть, это странно. Если приблизить, он установлен на люте. Это самодельный пистолет-пулемет. Кто-то... Рукоять квадратная, мне кажется, это дико неудобно, наверное, на самом деле. Так ощущение, что там прицепили штангенциркуль. Сделал много работы по металлу, чтобы собрать все это более-менее правдоподобно. Если вы не знакомы с Люти и с тем, как его собрать, то я не скажу вам как. Неправильно. И не посоветую поискать в интернете. Тут хорошо все продумали. Кому нужны сошки для оружия, если ты можешь использовать магазин как опору? Для меня это имеет смысл. Но ну, я боюсь, что этот Магазин настолько длинный, что далеко не каждый человек сможет держать его на уровне своего лица. Да. Можно ходить как с этим, а с Молотом. Со знаменем. Ну либо да, либо как с оружием ближнего боя. Знаешь, когда крестный ход делают, там этот крест такой высокий на нем знамя развивается. Или как он это называется? Да не обязательно это флагоносцы есть в принципе, просто угу. с флагом бегают. Идем с этим в поход и делаем с его помощью палатку. И вообще, его возможности не ограничены. Кончились патроны? Добей врага магазином. Все очень просто. И я знаю, что это изображение давно гуляет по Реддиту, поэтому мы должны поговорить о нем. Автомат Калашникова с ленточным питанием. Это запатентованный прототип ленточного питания для АКМ. Я могу переделать твой АКМ под ленточное питание в нескольких конфигурациях. Мне нравится, как этот парень сделал все это с помощью сварки и гайки наверху. Это просто удивительно. Мне действительно интересно, насколько хорошо это работает, и как вообще это работает. Люди думают, что лента подает патроны сама по себе, как это происходит с магазином. Это неправда. У магазинов есть пружины, которые подают следующий патрон. А приемник захватывает его, и каждый следующий патрон не дает пружине распрямиться полностью. Затвор забирает патроны по одному, тогда, когда ему нужно. Механизм ленточного питания гораздо более сложный. Если вы когда-нибудь открывали крышку, то там все очень сложно. Однако он понял, как применить обратную энергию затвора для подачи следующего патрона в лоток. Не знаю, как это реализовано, мне очень интересно. Если джентльмен, который сделал это здесь и хочет со мной связаться, то я буду рад купить такой. Если он работает. Типа... Следующее изображение, вероятно, от десятилетнего фаната, который, видимо, очень сильно хочет присоединиться к индустрии оружия. И он сделал свое проклятое оружие. Моя проклятая пушка. Камуфляжный прицел. Калибр 45 ACP с румынским отростком. Кажется, тут еще и цена. 15 долларов умноженная на 2000. Чтобы купить это. Конечно, очень интересная идея, и я думаю, что кто-то должен присмотреться к ней более внимательно. Я надеюсь, ты сохранишь свой интерес к индустрии оружия. А еще будь осторожен при внесении своих 15 долларов на свой банковский счет. Я думаю, им не понравится так много маленьких транзакций. Также хочу извиниться перед твоими родителями за частый мат. Сорян. Это я взял просто ради прикола. Это 3D-модель нижней части ствольной коробки AR, которая называется «Пушка щенка из ATF». А рядом с магазином изображение Дэвида Шипмана, кандидата на позицию директора ATF. Я бы даже сказал, довольно неплохое фото. Если вы парни пропустили, мы недавно загрузили обзор мемов об оружии, где вы поржали над Дэвидом Шипманом. Если вы еще не видели, то самое время посмотреть. Плюс к этому там рассказывается про сомнительную историю этого джентльмена, и что вы можете сделать, чтобы его не поставили на эту должность. Но вы здесь не для политики, вы здесь за дерьмовыми пушками. Погнали дальше. Было очень больно um. смотреть на него в первый раз. Будто американский деревенщина поиздевался над АКСУ. Но если вы посмотрите поближе. Особенно а в район передней вставки. Ощущение, что он вы... как хитрый, улыбается. Да. Выглядит как АК-47 тип 1. АК-47 тип 1 это жемчужина коллекции любого ценителя оригинальных АК-47 из Советского Союза. Черт побери. Если ты как-либо переделаешь тип 1 в Америке, тебя пожарят на шашлыки на фестивале Калаш-Баш. Но если приблизить еще ближе, то вместе стыка передней вставки и целика можно увидеть несколько косяков, по которым понятно, что это пакистанская копия. Я очень сомневаюсь, и я буду надеяться и молиться каждую ночь, чтобы это не оказался АК-47 тип 1. Это просто клон, который сделали под тип 1. Вот смотрите, между передней вставкой и целиком все выглядит так, будто это цельная часть, хотя на тип 1 было не так. Также еще несколько частей около задней вставки кажутся мне странными. Ну и еще эта красивая скатерть с цветочками подсказывает, что это может быть пакистанским проектом. Это выглядит как изобретение знаменитого Али Бабы. Для тех из вас, кто не в курсе, Хайберский проход — это регион Пакистана, в котором они делают реально странные модификации АК, различные доработки советского оружия. Ну и, конечно, иногда эти изобретения всплывают в интернете. О следующем изображении мы уже говорили на этом канале. Скоро выйдет новое видео, там оно будет разобрано более подробно. Так что да, давайте посмотрим. Тут у нас гибрид AR и АК. Если быть точнее, это похоже на гибрид М16 и АК. Капец. Я первый раз вижу, как его полностью разбирают. У него стандартная рукоятка затвора от AR. Но если вы посмотрите внутрь, технически это АК. Вот ну тут да. совершенно обычная крышка ствольной коробки. Они просто сделали крышку ствольной коробки, похожей на АР-15 с рукояткой затвора наверху. Но внутри возвратная пружина как у АК, затворная рама как у АК и сам затвор тоже. Вообще это АК калибром 5,56. И я думаю, что только снаружи его сделали похожим на М-16. Зачем это делать? Да, давайте дальше. Вот он возвращает на место крышку ствольной коробки с ручкой для переноски. Смотрим на общий план. Это стандартный АК с газовым поршнем. Это не гибрид АР-15. Но только до того момента, как вы не начнете вставлять магазин, потому что приемное отверстие магазина здесь от АР-15. Это забавно. Когда он приближает камеру, мы видим маркировки Кольта и укороченный переводчик огня от АК. Я думаю, они массово копируют оружие Кольта. Я не знаю, в чем здесь соль. Похоже на китайский Гуччи. Он поворачивает его. Здесь опять маркировка Кольта. Говорится, что это имущество правительства США, карабин М4. Сомневаюсь. Производство Кольт.С. Хартфорд, Коннектикут. Раскрою секрет. Даже если бы это было сделано в Хартфорде, в Коннектикуте, это не было бы имуществом правительства США. Так что да, не только привилегированные американцы клонируют винтовки от Гуччи, а еще и пакистанцы, которые пытаются превзойти себя, скопировав все наши маркировки. Ну или что это вообще? Это похоже на девушек из женской... Это как это, товары на Алиэкспресс подделки. Университетская община, у которых есть татуировки странных азиатских иероглифов на пояснице, и они не понимают, что там написано. Например, горчица на японском. И они будут ходить с этим всю жизнь. Следующий немного ближе к моему сердцу. У нас тут Макаров. Точнее, Макаров, которому кто-то очень сильно захотел сделать открытый магазин. Зачем? Конечно, нет ничего плохого в открытых магазинах, но проблема в том, что магазин на Макарове в рукояти. Если быть точнее, в пистолетной рукояти, потому что это пистолет, и это то место, где ты его держишь. Ну да. А еще этот Макаров выглядит так, будто он побывал в аду и вернулся, или он просто из Болгарии. А это почти то же самое, там 10 кругов ада для Макарова. Ладно, это тут не к месту. Но это меня совсем не беспокоит по сравнению с тем, что его будто достали из мусорки. Хотя, это же Макаров, все с ним будет хорошо. Я слышу, как вы говорите. Вечный. Говорите, Брэндон, как ты можешь спокойно реагировать на то, как кто-то портит и вырезает части такого прекрасного Макарова, как этот? Ну так вот, мой дорогой гипотетический зритель, это потому, что они не вырезали ничего. Смотрите, оказалось, что у всех Макаровых, когда вы снимете рукоять, есть открытый магазин. Все, что они сделали, так это поместили небольшую акриловую деталь сзади, чтобы, собственно, можно было взять пистолет. По технике безопасности я показываю его незаряженным. Смотрите, причина, по которой вам нужна акриловая деталь, в том, что эта пружина активирует ударник. Вот вам немного знаний о Макарове. Я бы не стал называть это изображение проклятым, но это точно странно. Переместимся в эпоху немного более современных а? пистолетов. Что? Здесь у нас. Блять, это что пистолет для осуждаемых действий? Но он реально выглядит так, как будто он предназначен для Роскомнадзорства. Да! Какого хрена? Кастомный Глок. Как вы можете видеть, ствол оружия установлен немного наоборот. Я знаю людей, которые бы хотели иметь такой пистолет. Коллекционеры оружия, которое точно не может стрелять, это никогда не заработает. Магазин не будет подавать патроны назад, это абсолютно не рабочее оружие. Но если вам вдруг понравилось, вам следует погуглить это. Давай, пошел отсюда. Следующее. Жадная монета. Понятно, он тоже об этом же самом говорил. На самом деле он говорит, магазин не может подавать наоборот, но они там могли сделать магазин типа правильный, но сам типа рукоять правильную, но магазин обратный. Ну да. Ну, я думаю, он знает, о чем говорит. Да. Но стрелять с этого точно никогда нельзя будет. Изображение бедный, бедный, измученный СВТ-40, которая становится все более востребованной в США. Канада, иди нахрен, у вас там их очень много. Видимо, настолько много, что вы делаете с ними такое. Еще хуже, что вы используете детали АК, чтобы заколхозить эту дрянь. Алибаба, нет. Зачем кому-то потребовалось изуродовать СВТ-40 под булпа с запчастями от АК. Я не могу вам этого сказать. Он не стал выглядеть круче. У него не появились дополнительные возможности. И я почти уверен, что я ненавижу тех, кто это сделал. Ладно. Следующее мог сделать только фанат АР. Дамы и господа, с небольшой цензурой. Я представляю вашему вниманию. Надиратель задниц 5000. Слышал, кот? Если кот! ты не прекратишь это делать, к тебе придет на надиратель задниц 5000. Найто! Говнюк! Прекрати! Кот все еще пытается пойти по двери. Шкребет, шкребет, шкребет. Дурной кот. Сюда, это банкометатель от... Вашему вниманию. Надиратель задниц 5000. <с borsteady> это банкометатель от X-Products. Exactly. Вполне круто покрашена в фиолетовый. А выглядит как оружие с какой-нибудь комедии. Я рукоятку не заметил изначально. Осознание <Release> а пришло не сразу. И тут часть, которую вы должны держать вашей правой рукой, это то, что любят держать правой рукой фанаты АР. Фиолетовый член, если уж говорить прямо. Я думаю, это не для того, чтобы стрелять банками. Это больше похоже на то, что Донат-оператор любит делать. Стрелять из него более фаллическими штуковинами. Есть один прикол с этими банкометателями, и мы его сделали. Так же, как и владелец этого анального бастера 5000, я уверен. Я нормально отношусь к тому, что у гражданских есть ar 15 АК и все, что им угодно. У нас свободная страна, у нас есть вторая поправка, но мне не нравится идея, что у моего соседа может быть надиратель задниц 5000. Что это за мир такой? Так, ладно, я думаю, пора заканчивать это видео о проклятых изображениях оружия. И как всегда, я ценю парня. Особенно твоя реакция, сознание и понимание, где там рукоять. Прекрасно. И что вы смотрите эти видео, что вы смотрите их до конца. Если посмотрите описание, то там прикреплена ссылка с мерчем. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. YouTube снова провел чистку неактивных подписчиков. Убедитесь, что вас не отписали, потому что иногда они допускают ошибки. Особенно если вы хотите видеть больше таких видео. Ну конечно, кто же не хочет? Это же мой свет в оконце, они бесподобны. В общем, я очень ценю это, и как обычно. Увидимся, мои ненаглядные мамкины ютуберы, в следующих видео. Пока!